Чат в Дискорде скинул скрин с фаталити от Ани. Раз мне просто никто не отвечает. А чё ты в чат не линканул просто? Можно же, по-моему, свою информацию о смерти через шрифт линковать. Сейчас я дам на макрос. Блин, Тунга, что ты там вообще мелочишься-то? Вот за 12 в прошлый раз ты не перебил, значит, в этот раз не перебьешь. Макрос здесь есть, в канале чат. Сиди, мам, бог, ёпта, скажи мне. Первая пати Луна, вторая Трусы, третья Квадрат, четвертая Крест, пятая Череп. Макрос видите на панели? Кого нету, в DC есть, в канале чат скинул. Короче, Блэкдот на первой фазе, если на тебе будет дебаф, ты его выносишь из рейда. На второй фазе ты... Вместе с третьей группой стоишь в квадрате, бьешь трэш. Если на тебе ты либо подобрал после зеленого элементаля, либо тебе перекинули, ты по макросу перекидываешь к ближайшему члену рейда, чтобы он активировал чтобы он отключил генератор. Будут также появляться куча других мобов, и по приоритету бьешь долгоногов, стражей. Потом элементарий.
Третья фаза как первая, только теперь будут появляться скаты, и под вами будут лужи появляться, из них убегать. На скатах будете жадница, верунья, баобаб. Потом, если что, я к вам подключусь. Третья фаза в квадрате? Да. Дай бы чуть. Обычно. Извините. Блять, еще раз. Первая пати луна, вторая трусы, третья квадрат, четвертая крест, пятая чей. Деруни будешь на третьей фазе на скатах. А можно подсказаньку дам? Ты поставь метоньки. У тебя в каждой группе, если хилы, на хилов поставь, и так проще будет. И хилов будет видно, и все будет. А просто что Димка сюда ставит скрипт. Везде в каждой пати есть хил. А вторая пати куда еще? Я тебе и говорю, поставь в группе на хила метку, соответствующую 3D метке. И тогда они не будут спрашивать тебя заебывать. Не знаю, мне кажется, мы и так справимся. Только лут еще поставь. Вторая трусы, пати. Вторая трусы, третья квадрат, четвертая крест, пятая чей. Рагнудру, какая метка, Рагнудру? Что, блин? Какая метка? Ну нахрен ты его. Они тебя троллят, слышишь? Они тебя троллят. Вы охуели, что ли? Или что, нахуй? Завязывайте троллить. Идите, бей, агрите босса, блин. Лут все поставь, готовы. Как мы лутать будем? Дима, лут поставь. Все, погнали. Не слышно. Кучу все встаньте. Микро уже. Не темпами, блядь, бутировалась песку искать. Ладно, то скажи, в какой я пати тогда? Пятый. Ага, спасибо. Ты в черепе. Череп? А, да. Мне просто, когда бою, это багается пати. Убегать, да? Не так далеко, поближе. В рейнже, да, на кого? Вы можете все стать в одну метку? Чего вы в какой-то жопе стоите? Не метку, точнее, в одну кучу. Блокнот, вернись в село. Поближе сюда. Ну, вся метка спала, все, можешь возвращаться. В кучу. Да, в кучу. И вот эти двое, трое. Вот. А, это когда только вешается, да, убегает по группам? Да, по она группам. Уешет. Нет, на второй фазе по группам будешь убегать. А это просто метка на тебя кидает на первой, на третьей фазе. Понял. Вот, теперь по меткам разбегаем. Где Эрл? Нама. О, у тебя скоро девять. Если какой дебаф, надо макрос использовать. Если тебя в сумку кинули, кидает другого. Тут, ну, короче, видишь, элементали, тут будут такие другого цвета. Да, зеленые. Их надо очень быстро залить. Если они около твоей метки, бежишь просто туда. Ну или в твоей метке. Заливаешь. А, вот. Череп. Череп. Череп.
кидаем тому, кто ближе вот к столбикам. А. Вон, видите? С одного столбика перестала идти молния в ваш. Это типа закрыли. Когда все четыре мы закроем столбика, тогда это. Долгоногой, видите? А не орал потом столбик, но Дру молчит и не объяснил, что делать. Блять, и здесь вообще вылетел. Опять череп. 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 Ты опять сам с тобой там разговаривал, да? Ну да. А-а-а. Перекидывайте. У кого? Джинги. Угану бить. Веруня, где ты на тактику подсмотрел? Расскажи. Че я на стороне? Ну кажется, замедляется. А, в черепе снова. Блин, сейчас далеко. Веруня, да, ставь там портал. Кидайте в креста. Вот. А чё ты стоишь, Веруня? Ты побить мобов не хочешь? Пускай станет, всё правильно делает. Это крылья. Жизнь, у меня там очень бесконечно. Страшного, если что, притворить. А, зелёный снова череп. В черепе. Yes. Опять череп. Череп, сидите. Блин, тут далеко. Безумный прохи. А у нас хил есть в луне? Да, есть. Он отошел куда-то далеко. Вот так. Ладно, я сам перекину. Ну, не перекину. Давайте. Трэш заливайте в первую очередь. Стараюсь. Ты пропал. Убейся, если не нормально. Даня, что говоришь? Милики, вы гварда добейте. Че, вы перевели уже? Подведи второго гварда. Чего, давайте. Это, может, треснуть кого-то, освободился Мишка? Тут треснет. Я с Модеуса треснусь. Сайбо треснул. Рис, рис. Прямо в цель. Хайтун.
Крутун. Это как все ты, как тотемы примерно. Все на танк. Яна. Карчик. Страдим. Замена, присоедините куда-нибудь. Джанглист, Лазер, Хазур, Декрепифай. Тангалов. В чат ДС можете написать. Лазер вижу. Херонсус. С гильдии ливнул. ЧСВшник. Бля, чумак у нас ушел и портал не поставил. Стали, поставь порт. Ну куда Геронтис? По трупу давай души, ты чё? Все, видимо. А пропал Геронтис. Чё с Геронтисом? А, у тебя больше нет. Обиделся, видимо. На что? Я откуда знаю на что?
Я тебя вижу, меня тебя заебали просто, блядь. Тиммер, наверное, у тебя попросил, а ты зажал. А ИП много у него было? Нет, он слил все. 15 тысяч был баб обмен. Что происходит? Тоже, видимо, готовился ливать, блядь.